Kimdi? Кто есть? А кого ищешь, батька? В дом входя, хозяев не бьют. Кто будет? Князь здешний, Александр. Невский твое прозвище? Ага. Шведов. Я. А здесь что делаешь? Рыбу ловлю. Другой работы нет? А чем это плохо? Вот струги построим, за морем торговать будем. Верно? Кудян! Поезжай. Большим начальником будешь. Нам воеводы нужны. Есть у нас поговорка. С родной земли умри, да не сходи. Будет бить их. А есть охота? За отцовы кошти отдать пора бы. С монголом подождать можно. Опаснее татарина враг есть. Ближе, злее. От него данью не откупишься. Немец.
А его разбивши, и за татар можно взяться. Ну что, немца так немца. Тебе ведь не из кого начинать. А нам все одно не втерпишь, князь. Без Новгорода немца не откоротишь. С Новгорода его брать надо. Последняя вольная Русь там. А рыба-то уходит? Василий Буслаевич, Гаврила Алексеевич, прошу милости к старому дружку. Мальчушки индийские, копьишки татарские, мечики остренькие, сарацинские. Ну чего врать-то? Небось, сам за ночь все и наковал. Всяка птица своим носом сыта. Отвоевались. О другом нынче думать. Бычки бушуют, весну чуют. Отвоевались, славу получили. Надо о себе подумать. Васька-то жениться собирается, слышал? Коза во дворе, так козел через тын глядит. Надоело мне это поножовщина. День дерусь, а два в тоске лежу. Хотел был на Волгу податься, поиграть топоришком. Опять тоска взяла. А ты бы в монахи шел. Дело я задумал сердечное. А вот не выйдет, по-моему, и впрямь в монастырь запрусь. Пошел медведь в монастырь. В алтаре телят драть. Ольга Даниловна, прикажи сватов к батюшке твоему засылать. Уж кому засылать, так мне.
пусть сама знак подаст. Пусть ее сердце выберет. Ольга Данилова, дай знак, кому из нас сватов засылать. Простите, люди добрые, не знаю, о чем речь ведете. Ну как так не знаешь? Чего была за хвост тянуть? Говори, за кого пойдешь. Выбирай из двоих любого. Хочешь высокого, веселого, некий мне. Ну, желательно степенного, да поскушней. Поклонись Гавриле. Хочешь битый быть? Поклонись Буслаю. Хочешь хозяйкой быть? Я тебе. Не знаю, что и сказать вам. Оба вы хороши. Дайте срок. Скажу слово. Тем, чего я не ем. Им, богачам, все едино. Кто мать, кто мачеха. Где барыш, там тебе и родная земля. А нам, малому люду, под немцем, смерть верная. Надо звать Александра, немцев пить. Мать Александра! Нечего Александра ждать. Собраться живо самим и дарить на немца. Тамаша Твердиславича возьмем. Он поведет. Дела сбывал не таковский. Иди, Тамаш!
Беда идет на нас большая. Больших людей от нас потребует. Не я. Другой нужен. И рука крепче, и голова посветлее, и слава, чтоб была по всей земле, и врагу, чтоб ведомы. Кто ж нужен? Братья! Князь Александр Ярославич! Звать надо Александра! Пуш подымать! Кто как погонит немец русских людей? А промеж немцев и ордой, как зажмемся мы, вот тогда и напляшемся. Звать Александра! Городов не сдают. Если ты мне и Новгород так дашь, повешу на первом суку. Великий магистр! Прикажи веревки крутить. Веревки? Что такое? Новгородских смутьянов связать. Наглецы сопротивляться задумали. За князем Александром посылать хотят. Это тот, что на Неве шведов разбил. Еще не родились люди, могущие нас побить. А князей у меня у самого сколько угодно. Доблестный рыцарь Губерту, как старший князь покоренных русских земель, жалую вас князем Пскобским. Доблестный рыцарь Дитлип, жалую вас князем Новгородским. Торопись в Новгород, Анани. Мути народ против князя Александра.
На небе один Господь, на земле один его наместник. Одно солнце освещает вселенную и сообщает свой свет другим светилам. Один римский властелин должен быть на земле. Все, что непокорно Риму, должно быть умерщвлено. Ну как? Согласны? Не бывать, по-твоему, твердила. Не пойдет Русь под немца. Плевали мы вас прежде, а пьем и ныне. Да что? Казнить охальника. Отец! Отец! Иди, отцы! Василиса! Вот наш уголовник! Пусти! Сидя бы чинить. Немцев воевать надо. Спать ступайте.
тонкая работа. Это тебе не шведов бить. Великий Новгород челом тебе бьет. Народ новгородский прислал князем тебя звать. Что? Или передрались? Разнимать некому. Враг наступает, князь. Из Борск пал. Сколь взяли. Сколь. На Новгород немец движется. Али перетрусил, господин Великий Новгород? Сирот, пожалей. Позабудь обиды, Ярославич. Встань за дело новгородское. За обиду русской земли встану. Слово верное. На защиту встань. На защиту? Защищаться не умею. Сами бить будем. Без меры бить будем. Дружина твоя, князь, не хуже немецкой. Дружины одной мало. Мужиков подымем. К весне врага разобьем. Субтитры сделал DimaTorzok.
Люб, не люб, не любовником пришел я к тебе, господин Великий Новгород, а воеводою. А добром не пойдешь, господа богатеи. Мужики вам кости полувертывают. Залег на Руси от Волги до Новгорода. Немцы идут с запада. Русь между двух огней. Ты один остался, господин Великий Новгород. Встань за отчизну, за родную мать. Встань за русские города, за Киев, Владимир, Рязань. За родные поля, леса, реки. За великий наш народ! Иди, князь, дружина новгородские! Иди, князь, дружины новгородские! Больше некогда. Завтра боитесь. Чего тянуть, Даниловна? Говори прямо. Пусть судьба решит, как быть. Который из двух. Обрень. Кому из вас посылать? Не враг
капитан Шамкова. Городка Кольчушка. Рыцари, король Александр посмел выступить против нас, но его покарал Бог. Авангард его войск обложен в лесу, как медведь. Приглашаю вас на травлю русского зверя.
Заяц, значит, во враг, лиса следом. Заяц в лесок, лиса за ним. Когда заяц между двух березок сиганит, лиса следом, да и застрянь. Заклянись меж березок-то. Трык, брык, трык, брык. Не смейся. То-то ей беда. А заяц стоит рядом и серьезно говорит ей. Хочешь, говорит, я всю твою девичью честь сейчас нарушу. Ах, что ты, сосед, разве можно? Страм-то какой мне. Пожалей, говорит. Тут жалеть некогда, заяц ей. И нарушил. Между двух берез зажал? Зажал. И нарушил? И нарушил. Уйди, князь, спасайся. Уводи дружину домой. Немец несметной силы идет. Тамаша Твердиславича убили. Буслая взяли. Буслая взяли. Врешь, собака! Не бывало того, чтоб Буслай сдавался. А кто позводишь? Готовь дружину на выручку. Что, копыта скользят? Вот здесь, у Вороньего камня, ихнюю конницу и встретим. Лед тонок, Ярославич. Подломится невзначай. Немец тяжелее нас, под ним и подломится. Нам что? Дружечник! Или места тебе здесь мало твердой ногой стоять? Места чужие, темные. На той стороне куда как легче было бы. Отводи, князь, войско за озеро. Торопись, князь. Дело, он говорит, пока не разведнело, на наш берег отойдем. На родном берегу легче биться. Всяк камень, дружок. Каждая палочка, сестрица. Не в силах драться на чужой земле. Нечего делать тебе и на отчине. На чужой будем биться. Поняли? Пущу псов на русскую землю. Прощай, Дамаш. На озере биться будем.
Вот тут, у Вороньего камня, головной полк поставим. Ты, Гаврила, полки левой руки возьмешь. Сам с дружиною по правую руку стану. И владычный полк возьму. А ты, Микула, ставь мужиков в засадный полк. Немец, как известно, свиньей клином ударит. Вот тут, у Вороньего камня, удар головной полки примет. А головной полк кто возьмет? Ты возьмешь. Всю ночь бегал, теперь день постоишь, и весь удар на себя примешь, и немца держать будешь, и не трогнешь, пока мы с Гаврилой с правой и левой руки его не зажмем. Понял? Ну, смотри, Васька, держи немца. А поздно сани сцепи, да позади себя поставь. Легче его удержать будет. Верно? Да про наш уговор насчет Ольги. Помни? Сам помню. Ну, чего рты разъявили? Айда на озеро строится.
ударит немец Буслая, не торопись. Дай клину увязать. А потом с двух сторон разом и ударим. Пора, Ярославич.
Ну и закалки меч. И в закалке дело. Меч плечом крепо. Thank you.
пусти! Doctor!
А все-таки свиста! Коротка, Альтюшка. Thank you.
их сейчас. Жив, Вася. Воевали немцы крепко, с усердием. Не жить мне. Твоя Ольга. Что ты? Что ты? Свадьбы? Помирать? Что ты? Нет, не быть мне живым. Не править свадьбы. Тебе жить, тебе и славу носить. Поклонись Алексичу. Ему первое место в бою. Ему и твоя рука. Вставай, Алексич.
О деле и думы нет, господа псковичи да новогородцы. Ох, и бил бы я вас, хлестал нещадно, коли б проболтали вы ледову сечу. Не простила брусь ни вам, ни нам маломужества. Так о том и помните, детям и внукам накажите. А забудете, вторыми иудами станете. Иудами земли русской. Слово мое твердо. Найдет беда, всю Русь подыму. А отвалитесь на сторону, быть вам биту нещадно. Жив буду, сам побью, а помру, сынам накажу. А теперь суд чинить будем. Нехтов развязать бы? Что скажете? Чего с них взять? Подневольно шли. А господа рыцари в обмен пойдут, на мыло менять будем. А вот с этим что делать? Говорила, что ни светлого, ни темного, ни степенного полюблю, а того, кто храбрей, кто в ратном деле видней. Васька мой вторым нигде не был. Не тебе пожить.
Мне тебе помереть спокойно не дадут. Прости, мать, что супротив тебя говорить стану. В первый раз против тебя пойду. Не взводи, но Гаврил напрасленно. Уж ежели судить, да по честной совести, ни мне, ни ему не быть суженным. Охоробрил Господь больше всех дочь воеводскую, Василису. Храбрее ее не было, а за ней Гаврил Алексич шел. В том клянусь народу. Так тому и быть. Срамил мать-то. Свадьбу хотел сыграть. В чем дело? Сыграем. Что ж ты, люта душа, не мог первым-то быть. А мой счет с другого края. Возьми в невестки вон ту. Кольчуги. Хороша девка. Наша нигде не пропадала. А теперь... гулять будем! Воли не давать. Идите и скажите всем в чужих краях, что Русь жива. Пусть без страха жалуют к нам гости, но если кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет. На том стоит и стоять будет русская земля.